скончался российский рок-музыкант. Артиста похоронили на городском кладбище Чистополя. В Татарстане ушел из жизни бывший участник группы «Анимация» Кирилл Баринов. Что послужило причиной скоропостижной смерти рок-звезды, неизвестно. Эту трагическую новость сообщили представители коллектива на официальной странице ВКонтакте. Баринов был звукорежиссером группы «Анимация» с 2000 года, с момента ее основания и до 2008. Глубокие соболезнования близким, родным, поклонникам. Благодарю вас за просмотр. Пишите ваши комментарии, делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях, подписывайтесь на наш канал, не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!